Приветствую вас на канале AsmodeyPlay. Продолжаем играть Bioshock 3 Infinity, если не ошибаюсь, называется. Так. Куда? Так, здесь ничего нету. Куда мне тут еще что есть? Где бронь? Стоять. Нормально. Ух ты. Давай наверх поднимемся, посмотрим. Нифига себе, лодки перерезать. За что? Что я вам сделал? Что я вам сделал? Останем его врагом. Ну, сейчас сами там друг друга перебьют. Дебилы. Ты трус! Вперед, за ним! Еще бы. Он где-то прячется. Ну конечно. Где бы я мог быть? Да. Он от нас прячется. Кто от вас прячется, да господи. Отбили обезьянку, вот и все. Сын этого заморачиваться-то. Давай соли возьмем. И вот сюда. Спасибо. Что заботитесь обо мне, да? Куда мне сюда? Деньги. Мне это не интересно. Кажется, следы ведут вниз, в хранилище. А здесь что? Здесь что у нас? Ничего. Куда ты бежишь? Это большое здание, да? Так, посмотрим. Как в три буквы сказать глаз? Три буквы. V-O-X. Напечатай. Ага. А, вот где эта штука хранилась. Ага. Вот и все. Нашла деньги. Вот, держи. Давай. Вот теперь понятно, откуда там была книжечка-то. Да, далековато мы шли. Так, это что у меня? Так, жертва получает больше. А пока взять. Так, пойдем. Куда нам? Нам в другую сторону. Правильно? Просто еще вот наверх куда-то можно зайти. Зачем? Для чего это было придумано? Неизвестно. Так, мамаша, значит, нас не любила. Понятно. Тут тоже непонятно зачем. Похоже, так.
Разорвите его на куски! Тихо. Вот так. А мы видели, там еще ворон был, который клевал. Пойдем, ладно. Опаньки. Да, потушеньки. Ладно, идем. Вот он. Лжецы будут мучиться. Да блин. Только так с тобой расправляться нахрен. Уже больно прыгаешь. Резво. Лжецы будут мучиться или что там орал? И если я проверну это, то все их патенты? Все, мистер Финк. Зачем пророку убивать этих двоих? По той же причине, по которой мертва леди Комсток. Ребенок. Почему он поручил это мне? Только вы можете подстроить несчастный случай. Я не думаю, что это настоящая леди Комсток. Так, слушаем. Думаю, это... Это как бы смесь ее личности и моих чувств к ней. О чем ты? Я очень зла на нее и на отца. В ней частичка нее и частичка меня. Я сама не понимаю, что здесь. Блин, куда идти-то? Зачем ты явилась? Зачем? Букер, лови! Отлично! Я не закончила! Больше ничего нет! Ничего страшного. Нет, успокоение! Постараюсь найти еще! Лови патроны! Давай! Спокойно. Мне главное ее загасить. Вернись ко мне! Вот так. Успел вовремя. По ушам бьет пока. Давай. Фух. Так, куда мне надо? Куда мне надо? А мне надо сваливать отсюда. Давай.
Ковриков. Конечно, покинуть. Свалю. Ну. Банк пророка возвышался. Давай. Где тут можно закупиться-то? Подожди. Не спеши. Не понял. Я уверен, тут можно закупиться. Вот, вот он, вот он. Аптечка пола. Так. Все, все. Нашла деньги. Забирай. Давай, сейчас пойдем посмотрим, какие автоматы работают. Не работают, это плохо. Так. Ну, куда ты меня ведешь? Найти последний разрыв. Ага, где-то тут. Где-то здесь. И опять с ней воевать потом. Отмычки есть. Отмычки нет. Ну, вот этот козел отмычки продает. Карнавал бережливости к вашим так. Услугам! А я здесь был. Я же здесь был. Да. Входим, что сейчас руку резать будем, да? А, эти кровожадость свою. Элизабет. Не вопрос. Не вопрос. Карталась прошла. Прошу. Но вы же умерли. Я делал фото на похоронах. Да, получилось отвратительно. Обычно людям не показывают фото их мертвых тел. Выйдут столь безжизненными. Это безумие! Какие у тебя доказательства того, что Финк причинил зло лютесам? Мне сами лютесы сказали. Лютесы? Когда? Вчера. Вчера утром. Руперт, они уже неделю как мертвы. Ну, это для вас они мертвы. Неделю. Так что он сам их убил. Падла. Сам не знает даже, как управлять всеми этими... Кто здесь? Элизабет. Ага. Опа, ну, тихо, тихо, тихо. Он где-то прячется. У него зенитка. Подожди. Подожди, спокойно, спокойно. Шею тебе сломаю. Кто еще где? Шею тебе сломаю. Ну давай. Я вас всех перебью! Сойдет. Конечно. И все, кто знал правду, довольно быстро умерли. Я даже... Так.
убил всех. Это естественно. Я сам не знаю, как управлять. Я городом. Для него просто подопытная особь. Нет, Элизабет, послушай. Никто в мире не заслуживает того, что сделали с тобой. Букер. Мы выберемся. Ты поняла меня? И это все останется. Мы выберемся, конечно. Самый прикол вы увидите в конце игры. И все поймете. Господи. Атака была. Но он убил вас обеих. Из-за меня. Ты ненавидишь меня за то, что я не твоя дочь. А я ненавидела тебя за то, что ты не моя мать. Вынь мне шип из сердца! Фу! Тихо, тихо. Давай. Спокойно. Идите к психологу. Я не закончила! Я нашла Соня! Букер, лови! Спасибо. Больше ничего нет. Давай, не успевай. Ничего нет. Больше ничего нет. Букер, лови. Спасибо. Нужно? Конечно, я помогу. Прошу, будьте добры. Не хватает целей. Подожди. Я не вижу ее. Где-то летающая хрень. Букер, лови! Давай. Есть! Подожди. Ошибку! Это! Сейчас! Впереди мой путь! Я должна извиниться. С моей помощью Комсток вернул тебя к жизни. Но я взяла тебя из реальности, которую придумала сама. Ты во всем виновата. Он делал вид, что любит тебя. Как делал вид, что любит меня. Подкидыш. Господи, тут заправляться можно было. Забыл. Смотрим. Я его жертва! Обман! Но все изменилось. Мы должны простить друг друга. Потому что есть тот, кто гораздо хуже, чем ты, Ян.
Пророк убил меня. Потому что ты не хотела хранить память обо мне. Тогда почему я жива? Ты не жива. Не в этом мире. Или это ты в другом мире, где ты не встретил. Или где я спасла его? Я не знаю. Но... Узнай, дитя. Узнай. Чего ты не знаешь? Вообще, проломила переворотницу. Спасибо. Да, входим в дом Камстока. Дитя. Дитя. Я говорю, там развязка-то в конце будет интересная. Давай. Букер! Иди, Элизабет! Спокойно. Так. Ага. Так я в доме. Причем у себя в старом доме. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Передашь девчонку. Лысого. Девчонку вон. Еще вам что передать? Ключ от квартиры, где деньги? Это сопота. Дебильный. Послушай, девчонку. Прости. Я не должна была уходить. Я не должна была. Забери меня. Забери меня домой. Пожалуйста. Ах ты. Все, что я делал, все напрасно, что ли? Быть того не могет. Элизабет! Так, я должен ее бежать. Так. Снег? В июле? Да, в другой реальности. Элизабет! Ты меня слышишь? Слышу, не слышу. Не трогайте меня! Давай. Просто верните меня в мою башню! Пожалуйста! Это? Что-то мечтает. Где о деньгах. Где ты, может быть? Что за черт? Кто-то мечтает о любви. Мой отец. Что это за место? Что вы хотите сделать со мной? Нам дали жизнь, но мы превратили его в садом. Разве мы не заслуживаем? Что сейчас, дурка какая-то? Ты что, охренел, что ли? Тихо, подожди минутку. Я тебя вижу. Прекрасно. Подожди. Разбитое зеркало! Разбитое зеркало! Так сойдет.
Ну, вряд ли, конечно, думаю, что у вас что-то есть. Так. Ну, пустые. Ни один грех не ускользнет от взора его. Господи. Мне его надо найти убить или что? Вот черт! Надо как-то туда. Давай. О! Так, слушай. Я просто хочу увидеть девочку. Это кто? Это что? Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Ну давай, что там? Слишком поздно, дитя. Твой отец дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Он мне не отец. Ну ты открывай давай. Ага. Слушаем. Я полагаю, что сифон – нечто вроде поводка. Да. Мой отец одел его на меня. Но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что если без поводка я окажусь столь же покорной, как с ним? Ага. Сифон, ну, значит, какой-то. Разберемся, гражданочка. Разберемся. Токс. Открывай ворота. А, блин. Как и мой отец. Я знаю все, что будет, что может быть, и чего не должно быть. Что-то непонятно. Иммунитет к воронам убийцам. Вот так вот. Вот так надо проходить. Понятно. Так, НН. А где кабинет-то? Так. Дитя, помолишься со мной? Они делают мне больно. Пожалуйста, отпусти меня. Мы исцелим тебя. Я здорова. Твой дух болен. Я хотел всегда лишь одного, чтобы ты раскрыла свой потенциал. Ну, пока правильно шел. Так, здесь что у нас? У того иммунитет, значит, да, ко всем. Так, а мне его подзаправиться бы? Было бы очень хорошо. Ну давай. Элизабет, я доктор Петтифок. Я о тебе позабочусь. Убирайтесь. Пойми, наконец, Дэвид просто бросил тебя. Не надейся, милая. Он не вернется. Он придет. Так. И как это должно сработать? За спиной у него пройти. А, в круговую рассматривать. Верни свой челдон.
Вот так. Идем потихонечку, не вставая. Потому что он слышит, у него какие локаторы там. Так. Прошли. Смотрим. Тихо, тихо. Выкурите этого ублюдка! Спокойно, за меня побудь. Бог, ненавидит ложь! Сойдет. Неплохо. Есть здесь чем подкрепиться-то мне? Так. В кабинет директора. Где тут кабинет директора-то вот только? Знать бы еще, как туда идти. Ага. Вот один. С чем вас и поздравляем. Не свернете с пути. Так. Дитя готово. Пора. Даже если мы ее исцелим, вряд ли она будет слушаться. Моя дочь страдает от двух недугов, доктор. От одного ваша наука ее избавит. Второй – болезнь духовная. И какая же? Надежда. Ну что, если надежда, то болезнь, что ли? Калибри. Не надо мне ваши калибри. Я иду, как все тело убегает. Назначено на завтра. Поешь? Ага. Все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя? Уже полгода прошло. Полгода? Ага. Вот куда я попал. Спокойно. Тихо-тихо-тихо, успел вроде выбежать. Фух. Не хватало еще с ними там биться. Где мы учимся? Один человек обещал мне освободить меня от моих цепей. Но потом бросил меня ради своей собственной выгоды. Хотя... В чем-то я ему даже благодарна. Он показал мне цену веры. Ошибаешься, я иду за тобой. Господь, как и я. Ни хрена нету. Поверил в людей. Как мне вооружиться? Гибель линкора. Я мне интересно. Бежала. Ничего, что я за тобой иду все это время. Это был ложный пастырь. И когда за мной явились волки,
Куда, куда, куда? А все туда же. Так. Куда идти? Взять пистолет. Взять пистолет. Не брать пистолет. Так. Ну, недолго осталось, как я понимаю. Переключатель. Для начала прослушаем. Что сделано, то сделано. Я не смогу это остановить. Но, возможно, я смогу помешать этому начаться. Он был моей первой надеждой. Я ей остался. И теперь он моя последняя. Теперь я могу спуститься и попасть к Элизабет. Давай. Блин. Беги. Ничего, бывает. А такая игра теней, так пипец. Мне бы патронов бы к моему автомату. Ну вот это меня черт напугал. Здорово так напугал. Так, что это шляпа? Прямо убийца после каждого успешного убийства до 5 урона оружием увеличивается. Обнуляется через 10 секунд после последнего убийства. Хрен, навоюешься. Так, вам сюда. Давай, кто там еще? Броню. Восстанавливаем броню. Давай, 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 давай. Крещение. Секунду, заряжаю. Это перерождение души. А где вы? Сдавайся! Продолжайте стрелять! Припасов нету. Да кто ты такой? А кто бы ни был. Это какие проблемы. Ну. Вот так. Так, тут этот слухач был. Ладно. Хорошо. Допустим. Окей, да? Блин, по таким мрачным заведениям ты меня будешь.
думаете, почувствуешь, что я кругами бегаю, нет? Куда? Куда бегу? Я кругами бегаю. Ну-ка, подожди, вот сюда зайду. Наш разум с рождения объят грехом. Некоторые столь дики, что никогда не найдут прощения. Разум нужно вырвать с корнем. Моих детей не за что винить. В них нет порока, и у них нет выбора. Ибо в чем ценность воли, если дух порочен. Давай, едем. Потому что, я думаю, надо ехать. Иначе кругами наворачиваю. Давай. О, не заметил. Завтра поводок исчезнет. Потому что все это закончится. Но даже если я уничтожу Сифон, хватит ли мне мужества увидеть все двери, выбрать одну и открыть ее? Элизабет! Держись! Я приведу его сюда. Кто сказал, что он справится? Это разрыв. Что за... Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Живет, жила. Умрет, умерла. Давайте, вас-то и так убили. Хоть помогли бы. Как видишь, Букер. Давай. Безумцы захватили власть в сумасшедшем доме. Они меня больше не слушаются. Я могу только наблюдать приближение конца. Все мои силы ушли. Только на то, чтобы доставить тебя сюда. Элизабет, я не понимаю. Я слышал, как ты кричала. Я хотел, я шел за тобой. Мы что? Вот. Возьми меня за руку. Давай. Куда ты меня поведешь? Семя пророков зайдет на трон, и пламенем омоет людские горы. Думай о Комстоке, что хочешь, но прорицатель он был отлично. Не пытки сломали меня. Не промывка мозгов, а время. Время губит все, Букер. Небесный город. Даже надежда. Я шел к тебе. Угрожает. Он всегда останавливает тебя. Но я мог бы что-то придумать. 83-й год. Нет. Эвакуация. Меня не спасти. Ты здесь только ради тебя и нее. Кого нее? Возьми. Ну, и что она мне даст? Это для нее. Она сможет прочесть. И что тут? Просто совет. Совет о чем? Как мне стать мной? Ага. Я вернулся. 1912. Она еще не... Время есть. Элизабет! Давай. Вы двое, если что, используйте сифоны. Если она откроет хоть один разрыв, она тут... Комсток! Что ты с ней делаешь?
Оставь ее! А, Дэвид, как там говорится? Кто не успел, тот опоздал. За ним, быстрее! Я должен туда попасть. А если отключить машины наверху? Я тебя вручу! Может, дать ей успокоительное? Пророк говорит, боль — это часть процедуры. Когда тело кричит, душа внимает. Слышишь эти крики, Дэвид? Вот цена твоего вмешательства. Ты ввел мою дочь в искушение. Она не твоя дочь! Может и нет. Спокойно. Но будь уверен, она ей станет. Спокойно. Окружай! Ну ты и дурак! Смотрите в оба! Давай! Уничтожайте друг друга. Много ты попал. Я тебя вручу! Остановите! Ты сейчас здесь. Вот так. Подберем. Так, мне надо сюда, да? Элизабет занята, скрыть замок не получится. Понятно. Не получилось, ладно. Так. Чё ж мне надо? Отключите машины. Машины не дают вам подобраться к Элизабет. Уже я понял, что вам не дают. А как отключить вас? Опасно. Куда? Куда ведут? Ага. Да. Он заглушил один генератор. Если ее не усыпить, а он отключит второй, мы не сделаем этого. Так, как мне тебя достать? Как мне тебя достать? Я его вижу. Гарри. Моя цель истинна, ибо я глаза пророка. Я тебя прикончу. Спокойно, подожди. Где он? Ну-ка, пошел отсюда. Он отключил второй сифон. Она встает. Она? Нет!
Освободите Элизабет. Элизабет! Я уже бегу! Окружайте мысли! Ну, тебе напоследок там. Бейтесь. Элизабет. Замочим его! Давай, 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 давай. Вставай. Не бойся, я здесь. Я помогу. Так, эту штуку надо вытащить. Давай же. Сейчас. И... вот так. Господи, что они с тобой делали? Помоги мне. Ну, что именно тебе надо? Кое-кто передал это тебе. Что это? Просто прочитай. Твой сон о Нью-Йорке. Твой Сбывается. Сон о Нью-Йорке. И я... Именно я. Она подсказала, как сбежать от соловья. Найдем дирижабль и улетим. Букер. Париж, Элизабет. Помнишь, ты же так хотела улететь. Остаемся. Мы должны найти Комстока. Почему? Ты видел, что он сделал со мной. И я его остановлю. Значит, пойдешь и убьешь его. Ну а что бы нет? Не тебе читать мне мораль, Букер. Я слишком хорошо тебя знаю. Я не дам тебе его убить. В самом деле, Букер? И как ты меня остановишь? Да никак. Просто я убью его за тебя. Вот. Это хорошее решение. Мне это нравится. Так. Ладно, идем искать пророка. Снаружи дирижабль Комсток. Он называется Длань Пророка. Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно. Насколько? Достаточно. Надеюсь, Комсток получил все, что хотел. Недолго осталось радоваться. Элизабет. Не вопрос. Давай, вскрывай мне замок. Открыла. Давай, сейчас я возьму эти лекарства. Осталось там немножко. Эта процедура поможет усмирить девчонку. Когда мы установим имплант, любая ее попытка изменить положение вещей будет вызывать сильнейший удар током. Павлов так заставлял собаку пускать слюну. Мы заставим ее плакать. Плакать заставить? Я вас самих заставлю сейчас плакать. Уж. Почему всегда кулаком? Почему нельзя просто нажать? Тут все написано знакомым шифром, кроме этого знака. Это клетка? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. А что она могла сказать? Все, что сказала, сказала. Комсток не просто пытает ее, он пытается превратить ее в себя самого. Найдите Комстока. Пойдем смотреть. Можешь это открыть? Смотри! Это Длань Пророка. Флагман Комстока. Нужно пробраться на борт. Стой здесь. Я разберусь. Мы идем туда вместе или я иду одна? Я хочу убедиться, что все сделано. О, Дэвид! Ты борешься с пророчеством, как камень, пущенный из пращи. Ну давай быстрее. Как высоко он взмывает и как стремительно падает под действием неумолимой силы притяжения. Ты хочешь управлять... Все. То, что не понимаешь даже, как это работает. Дурачок. Ты слышишь? Скорее прячься! Это заготовки? Уже нет, не заготовки.
Оглянись, Элизабет. Я построил все это ради тебя. Ты моя кровь. Подожди. Моя наследница. Давай! А что для тебя сделал ты? Он же использует тебя. Давайте, сейчас перебьете по-быстрому. Этот! Давай! Ага. Давай! Моя цель истинна! Теперь молись! Я тебя закопаю! Я что-нибудь найду! Брось оружие! Давай! За семью! Этот! Сейчас! Невиновным скрывать нечего! Давай. Нормально. Нормально. Господь судит, и я действую. Побежал. Букер, соли! Нужно? Нужно. Давай. Молодец. Да, наркоманим тут. Это очень-очень плохо. Мы зато выживаем. Выжи. Давай. Давай. Что ты мне сделаешь? Я тебя прикончу. Забудь. Этот челнок доставлен с одной порога. Текущий пункт назначения – корабль «Длань Пророка». Ожидаю подтверждения. Сейчас, минутку, подожди. Подтверждение. Мне надо посмотреть здесь кое-что. Соли. Солей нет. Это плохо. Очень плохо. Ладно, пойдем. Подтверждение же ждет. Вот тут. Отойди. Что ты меня зажимаешь? Один раз уже перебил. Принято. Из-за тебя. Отправляемся к Длани Пророка. А ты зажимаешь и зажимаешь меня. Ох ты, тут еще даже еще. Давай вверх, может. С тобой надо говорить? Как думаешь, можно искупить все то, что мы сделали? Искупить? Конечно, можно. Не вижу смысла. Букер, ты боишься? С чего бы? Нет, но тебя боюсь. Ну, по крайней мере, честно. Вон там! Люди там столько! Они пришли нас встретить! Сейчас, минутку, подожди. У них там разборки свои. Ложись! Оп, один готов. Ты тут сдохнешь! Тихо. Надо посмотреть, что здесь есть. Куда как-то можно попасть? Что там интересного? Опа. Господи, как я быстро перемещаюсь.
Букер. Слева еще одна канонерка. Подожди. Ракета, Букер! Букер, смотри, это народник. Они хотят напасть на флагман. Выбейте! Успокой, да? Вот так. Давай, кто бы там ни был. А у меня союзников тут нет. Ох, чуть не упал. Осторожно! Там опять враги! Букер, ракеты! Где? Ничего нет! Спокойно, подожди, подожди. Соли, лови! Ты трус! Так. Нужно? Конечно, отлично. Нужно. Сейчас. Патроны кончились! Так, это моя шкура. Так, отбить атаку с воздуха. Берегись справа! Тихо. Нормально. Где он? Сейчас останемся хуже. По крайней мере, именно так же говорится. Первоначально. Неплохо. Что там осталось? Вон он! Надо приземлиться под ним и пробиться наверх. Или можем просто улететь в Париж. Если хочешь, высади меня. Это не твоя война, Букер. Я тебя не брошу. Это моя война. Я знаю. Не бросишь. Здесь все мое. Гляди, вдоль всего флагмана тянутся трассы. И везде эти капсулы механических патриотов. Похоже, их оттуда сгружают. Лучше держаться от этих капсул подальше. Давай. Комстак должен быть на самом верху. Вперед. Взгляни на него, дитя. В нем есть что-то такое. Даже не поймешь, что. Скоро ты узнаешь, насколько он хуже меня. Давай. Открой. Ага. Пока вроде нормально. Спокойно, подожди. Что это за хрень? Тихо, тихо. Все, идем, идем. Его кто-нибудь видел? Куда мне? Прикурите этого ублюдка! Подожди, испугал его. Так, мне с вами воевать-то тут в закрытом пространстве тоже не с руки. Не уйдет! Выбейте его оттуда! Где ты? Умри! За ним! Быстрее! Уходи! Теперь молись!
Молодец. Я ничего не нашла. Букер, соли! Сойди. Постараюсь найти еще. Умри! Так, пока все не хорошо. Пока все идет все как надо. Бук. То, что нужно. Я узрел семена пламени, что подготовит Содом под нами к пришествию Господа. Но не я водружу знамя над покоренным миром. Это сделаешь ты, Элизабет. Ты сделаешь это. Вот так, события. Трасса свободна, Буки. Давай за мной. По ту сторону от Агнца стоит ложный пастырь. По другую — недобитки-народники. Кто из вас не отдаст жизнь за то, чтобы она исполнила свое предназначение? Возрадуйтесь же! В смерти боли нет! Нормально. Да кто ты такой? Тихо. Кто я такой? Вы же все прекрасно знаете, иначе. Вот панель запуска. Давай. Зачем бы вы? Берем капсулу. Да. Что у вас здесь есть? Что-то не так. Почему же так медленно? Не знаю. Придется нам тут посидеть. Понятно. Я так и думал. Четверть капсул уже готова. И это все? Не упусти его! Давай, нормально. Половина! Все следит тщательно, все превосходно. Так. Все. Три четверти! Да чего же медленно? Подожди. Остается только трасса. Вот что надо, аптечный набор. Соли. Блин, как я рад, что ты здесь есть. Не удивлен. Отражатель какой-то. Ну ладно, хрен с тобой. Нажмите, чтобы выставить перед собой магнитный щит. Зажмите, чтобы поглотить урон. Отпустите, чтобы отразить его во врага. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Все понятно. Штырь падет. Выкурите его! Тихо, тихо. Бьете! Моченые кровью! Где-то. Где ты? Букер, трасса свободна! Где этот медикамент с тобой? Ложный пастырь падет! Подожди, аптечный набор. Соли. Дейзи!
Давай. Прячьтесь. Кто там? Откройте тюрьмы! Сожгите дворцы! Ложный пастырь падет! Ничего нет! Помни о Винктоне! Мы несем смерть! Революция на пороге! Помни о Винктоне! Нормально. Всё. Подъём. Так, а мне куда? Доберитесь до следующей. Открой! Есть! Палуба. Как где-то палуба только не... Отсюда, да, начинаешь? Да, отсюда. Еще выше. Возможно, я успею сразить тебя, Дэвид. Или ты сам убьешь себя раньше. Ты всегда был склонен к саморазрушению. Конечно, покинуть, конечно, войти. Еще палуба. Тут я сам разберусь. Нет, я пойду с тобой. Что за баба? Упрямая. Не нравится мне это. Давай. Отлично! Ты вовремя. Открой! Ага. Где ты? У меня все болит! Больше ничего нет! Подожди. Все, главный враг уничтожен. Давай посмотрим, что можно подобрать здесь. Не вижу. Продолжайте стрелять! Открой! Сейчас! За ним! Быстрее! Пусть ближе! Я его пустил. Да. Ты тут сдохнешь. Какие вы косые, блин. Прикройте. Я
смысл. Открой. Ага. Так. Чего у нас там? Понятно. Кому-то стреляет. По этой трассе можно подняться к пророку. Купить можно? Хрен там. Пусто. Ну давай поднимемся к пророку. Ты хочешь начать все заново? Но прежде время обернется вспять, чем ты найдешь прощение. Ничего страшного, переживем. Не все грехи можно искупить. Все. В моем случае все. Открываем, заходим. Что сейчас окажется, ага. Это моя башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы. Я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне... Да, я сейчас буду. Давай, это твоя башня. Ты же знаешь, как она устроена. Отойди. Заходим. Я убью его. Букер, нет. Это наше с ним дело. Ты сама идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Что ну ты? И ну, как ты выросла. Башню тебе проломил. Скажи, что я? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее! Элизабет, я всего лишь хотел оградить тебя. От чего? Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Я дурак. Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Обрушивал на тебя огонь с небес. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Спроси, что случилось с твоим пальчиком. Спроси Девита. Пусти меня. Давай, спросил уже пророка. Расскажи. Она твоя дочь, сучий выродок. А ты ее бросил. Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер. Отвечай. Нет, Букер. Отвечай. Все кончено. Ни черта не кончено. Букер. Засадил ее в клетку на всю жизнь. Букер. Отрезал ей палец. И винишь меня. Букер, прекрати. Почему прекратить? Ты убил его. Ничего страшного. Тебе о чем он говорил? Отец. Скажи, что он говорил про мой палец? Откуда я знаю? Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь. Просто не помнишь. Нет, я ну, тебе докажу. Разница, я не помню. Мы разрушим сифон. Знаешь, ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Не знаю, но я что-нибудь придумаю. Давай.
идем. Блин, все наверх. Элизабет! Так где была? Блин. Клетка. Клетка, что же это? Что дальше? Что же она хотела сказать? Клетка. Кейдж. Может быть, побукал? Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Букер? Мол, знают, что будет дальше. Ты знал, что так будет, старик? Так, приготовься. Твоя дочь не займет свой престол. Мы отправим ее в могилу. Мы должны спеть ему! Кому спеть? Элизабет, спеть! L-G-E! Это не буквы, Букер! Это ноты! А что это, если не буквы? Мне нужно, чтобы ты меня защитил. Сделаешь это ради меня в последний раз. Прошу. Давай. Эй, давай! Букер, он поможет нам! С флотом народников! Ну, давай. Букер, сейчас. Ракеты! Так. Так, теперь вы можете отдавать приказы Соловью и направлять его на врагов для атаки. Выберите любую выделенную цель и нажмите F. Чем крупнее цель, тем дольше перезарядка. Букер, скажи Соловью, куда лететь. Букер, сюда! Народники! Доберемся на нем до острова Монумента. Давай. Давай, это мне надо. Я не понял, а что? Оп. Захлебнешься своей кровью! Он где-то прячется! Туда! Так, нормально. Букер, канонерки! Готовься! Не уйдешь! Они на барже! Так, а мне-то что надо? Ой. Отправьте Соловья защищать дирижабль, вас атакуют, отправьте. Ага, все понятно. Спокойно, тихо, подожди. Соловья еще не перезарядился. Поздравляю. Он готов, Букер. Сажу в тебя нож, порукоятку. Ой-ой-ой. Откуда у тебя столько кровожадности? Баржа, Букер. Где? А где баржа? Покажи. Бей канонерку. Да. Это еще не конец. Без суда и следствия. Подожди. А что есть у нас? Только правда, товарищи. Только правда. Я тоже вижу будущее. Спокойно. Нет.
Он где-то прячется. Букер, он готов. Блин. Не кинул меня. Бей по канонерке! Да. Пока все идет. Нормально. Нашей кровью и нашими слезами. Но сегодня наши слезы станут золотом, а ваши станут кровью. Дирижабль! Где? Где? Какой дирижабль? Покажи мне. Покажи, куда ему лететь. Вон, до наверх. Да. Одно уничтожено. Помни о Финктоне. Давай, нормально, пока. Пока не наша цель — справедливость. Спокойно. Помни, я его не вижу. А меня не надо смотреть. Я нашла соли. Букер, лови. Спасибо. Соловей готов. Сними-ка на нерку. А что есть? Что есть? Ой, соли, вот, вот слышит. Были. Куда его отправить? Подожди. Медикаменты не нужны, а солики нужны. Давай. Казнить его! Кого? Меня! Да чего? Ой. Дирижабль, быстро! Сейчас. Берегись, патриот! Да, походим, что там за патриот. Лови! Отлично! Лови патроны! Нормально. Помни о Финктоне! Держи. Что мы скажем основателям? Что мы скажем их атомцу? Не все? Нравится мне это. Все? Нет? Нет? Да, нет? Звать соловья, Букер. Соловья? Это хорошо. Сбивай дирижабль! Да. Патроны, Букер! Букер, лови! Давай. Постараюсь найти еще. Уходите сюда. Давай. Да.
Нет здесь припасов. Я нашла соли. Он где-то прячется. Давай. Повоюйте за меня. Спокойно. Спрячемся. Бугер, Соловей готов. Вот так. Соловей готов. Давай. Теперь дирижабль. Дирижабль. Повоните меня так. Давай. Мы несем смерть! Я что-нибудь найду! Соли, лови! Давай, соли мне нужны. Откройте тюрьмы! Сожгите дворцы! Где ты? Единый! Убийца, ублюдок! Бежим. Соловей готов, Букер. Сейчас мы отправим. Неплохо вышло. Так. На носу корабля. На нос корабля. Вперед. Вот он. Нос корабля. Иди сюда. Мы уже к твоей статуе подъезжаем. К твоей башне. А там внизу город. Только не знаю, Букер, подойди. Что? Что это такое? Смотри, ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь Сифон. Ты этого хочешь? Только так мы найдем правду. О моем пальце и Комстоке, обо всем. Давай, без проблем. Снеси все. Все до основания. Так, играем мелодию. За Соловей безумный. Все, ух, пока. Сами придумали себе это оружие. Элизабет! Птица, Элизабет! Маха, я потерял контроль, она нападет! Не нападет. Где он? Где он? Утонет. Он же железный какой-то. Тихо. Я здесь. Я с тобой. Оп, да, вижу. Вот так. Вынес глаз. Вот так. Тони. Элизабет. Монстр. Прости. С кастетом. Давай под водой. Кстати, как в первой части, да, оказались. Что это за место? Элизабет. Это дверь. Одна из многих. Сюда. В каком смысле дверь? О чем ты? Куда ты идешь? Ну давай же! Ну сюда! То, что Комсток сказал про палец. Ответ здесь. Ты... Сюда! Первая часть, да.
Под водой. Кстати, и вторая часть тоже под водой. Сюда, Букер. Зачем сюда заходил-то? Хрен там прыгнешь. Сейчас папаша еще выйдет. Вот мы тогда прикурим. Давай, где ты? Оп. Оп-оп. Нам нужно вот сюда. Зачем? Что происходит? Элизабет, что ты имеешь в виду, эта дверь? Кстати, я должна показать тебе. Именно здесь, по-моему, я приплыл-то из маяка в первой части. Давай. Наверняка я об этом пожалею. Под маяком. Опа, опа. И мне кажется, я сюда приплывал. Если сейчас мы у маяка выплывем, то точно оно это будет. Рестро. Город Рестро. На дне океана. Вот бред. А в небесах не бред был? Город в небесах. Это не бред, по-твоему? Ну, что ты молчишь-то, кстати? Хоть бы послушать здесь, что было бы. Эта процедура поможет усмирить девчонку. А, маяк. Я же говорил. Только. Тысячи дверей. Открылись разом. Боже, как красиво. Ты про звезды? Нет, не про звезды. Мы просто не видим, что видит она. Она, ну, давай же, давай. Своего рода, так нам скажем, сюда. Мутант. Давай. Давай. И сюда. Ты это откроешь? Бестолку. Чё? Я думала, здесь я наконец смогу контролировать это. Казалось... Что это? Это ключ. Откуда он взялся? Он и был здесь, я просто не видела. Угу, луна. Облака. Ну, красиво так-то сделано. Пойдем. Видишь? Не звезды. Двери. Двери куда? Куда угодно. Осталось только выбрать. В смысле выбрать? Но надо что-то определенное. Пойдем. Что это за маяки? Почему мы... Кто? Миллионы. Миллионы миров. Разных и одинаковых. Константы и переменные. Что? Всегда есть маяк. Всегда есть человек. Всегда есть город. Откуда ты знаешь? Я вижу их сквозь двери. Тебя, себя, Колумбию, Соловья. Давай, далеко ходить разных. Не будем. И в то же время... Открывай. Одних и тех же. Константы и переменные. Да. Открывай. Разница-то нет, какую дверь мы откроем. Вон. Смотри. Она. Это же мы. Не совсем. Мы плаваем в разных морях, но выходим на тот же берег. Начинается все всегда с маяка. Я не понимаю. И не нужно. Нас видят. Это произойдет все равно. Почему? Потому что это так. Это было так. И будет так. Столько вариантов на выбор. Они все ведут в одно место. Да, я знаю. Где все началось. Я сам решаю, куда идти. Ага. Два раза. Все уже решено. Ну давай, вот они уходят куда-то. И мы пойдем. Туда же. Куда же, это значит куда-то. Куда бы мы ни бежали, куда бы мы ни шли, разницы не имеет. Итог будет один. Всегда. Постой-ка. Я знаю это место. Я был здесь. Лет 20 назад, наверное. Сразу после Вунда Дни. Я искал... Быстрей! Времени нет! Зачем ты был здесь? Готов ли ты стереть прошлое?
и очиститься от грехов. Готов ли ты родиться заново? Возьми меня за руку. Нет, нет, я не хочу. А надо. Но ты ведь уже это сделал. И бежать-то здесь некуда, кстати. Ты готов родиться заново? Да. Да, и давай. И покаяться. Да. И отринуть порок. Без проблем. Да. Хочешь ли ты покончить с прошлым, смыть все грехи и переродиться в крови Агнца Божьего? Да. Иисусе, омой грешника. Нет, нет, нет. Даруй Постой. Ему новую Прекрати. Жизнь. Нет. Сейчас что пить время будет. Убери сын, руки. Сын мой. Врач. Ты этого не сделал. Думаешь, купание смоет все мои грехи? Давай-ка валить отсюда. Эти твои двери. Разрывы, да? Ну так открой один. Открой в Париж. Я сыт этим по горло. Не все Только так когда найдем Камстока. Камсток мертв! Нет. Он был здесь. Сюда. Это как идея, которую нельзя убить. Поэтому... Что с моими долгами? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это тот, кто нанял меня найти тебя. Правда? Да. Девчонка за долг. А где баба? Ну давай. Погоди, нет, нет, все не так. Что это? Нет, не было никакого ребенка. Я помню. Я просто нет, не помню. Нет, ребенка не было. А если бы и был, я бы не отдал его этому типу. Букер, ты не покинешь комнату, пока не отдашь. Дэвид, у нас мало времени. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это своего ребенка, что ли? Своего ребенка я должен отдать. Ну давай. Нет. Можешь дать сколько угодно. В итоге ты все равно отдашь ему то, чего он хочет. Откуда ты все знаешь? Я вижу все двери. И все, что за этими дверьми. И за одной из них я вижу его. Камсток. Но... А есть выбор? Ребенка он забрал. Долг уплачен. Комсток отпускает тебе все грехи. Давай, открываем. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Не было ребенка. Был договор, Это что я отправляюсь часть. В Колумбию за тобой. Букер, у тебя кровь. Нет, это первая часть. Я помню, что я помню. Теперь мы его Начало. Расстроили. Думаю, хуже уже не будет. Начало. Этой Иди. Части третьей. Парочка-то вот этих. По-моему, самое что начало мы здесь игры. Делаем? Камсток мертв. Мы можем просто жить, как жили. Мертв? Как Чэнь Лин? Да, как вот Леди Камсток? Нет. Он жив в миллионах. В миллионах миров. Все кончится не когда он умрет. Чтобы все закончилось, он должен никогда не родиться. Ух, как. Эй, давай! Сделка Разрыв отменяется! Слышишь? Верни ее! Порядок, Верни! Давай. Порядок? Ты в своем уме? Так. Нет! Ты застрянешь посередине! Иди! Все уже и так довольно плохо. Если ты... Верни мне ее, ублюдок! Готово! Давай! Нет. Так, и он нет, уходит. Нет, глушите машину! Нет! Глушите ее! Она! Глушите! Она! Быстро! Верни мою дочь! Нет! Так, это все-таки моя дочь. Чик. И вот он, мизинчик-то. Отрезан пространством и временем. Да, я этого не помню. Ну вот он. Анна! Нет. Нет. Прости. И в итоге я спасал все время свою дочь. Прости меня, Анна. Я не хотел. А что я хотел? Так. Опять открыть дверь. А только из двери в дверь, что ли, вот ухожу? Ее нет, Букер. Анны нет. Ты провел в этой комнате наедине с раскаянием.
Почти 20 лет. Вот так вот. Но однажды пришел человек. Предложил шанс на искупление. Шанс того, что мы снова будем вместе. Говорил, что работает. Мы уже знаем, что это работает, но знает ли он? Она. Она. Мне так жаль. Думаешь, он сам себя клеймил в качестве наказания? Не лепится. Что сделано, то сделано. Что сделано, будет сделано. Клеймо его власеница, а он наша. Блин. Вы так с ума сойдете? И меня сведете. Видишь? Он собирает все воедино. Ты так доволен своей теорией. Создает новые воспоминания из старых. Да, мозг адаптируется. Я знаю. Я это пережил. Букер, очнись. Ну давай. Букер, очнись. Здесь все это началось. Я тебя продал. Продал. К твоей чести, ну, ты пытался себе уйти от сделки. Это все, Комсток. Что, если я вернусь и убью его, пока он ничего не сделал? Все приходит в движение. Как узнать, насколько возвращаться? А что там выглядываешь-то? Остается только одно. Вернуться к моменту его рождения. И задушить сукина сына в колыбели. Я согласен. Ну, если это, конечно, единственный выход. Потому что детей душить — это не мое. Далеко не... А вы опять исчезли, падла? Вы еще и... Эх, ладно. Блин, блинский. Как вам хорошо, живете сразу в нескольких мирах. Делаете, что хотите. И знаете все наперед. Дэвид, придешь? Ты уверен, что хочешь этого? Придется. Только так я исправлю то, что сделал с тобой. Я должен. Букер, Дэвид, готов ли ты родиться заново? Почему мы вернулись? Это не то же самое место, Букер. Конечно, я помню. Постой. Готов ли ты навсегда не... покончить с ты прошлым не... и начать кто жить? Ага, вот листа, ты выбрал уйти, но в иных мирах ты не ушел, ты принял крещение и родился снова другим человеком. Комсток. Все это должно кончиться, чтобы никогда не начаться. Но не только в этом мире, но во всех наших. Удушить его в колыбели. Помочь грешника. Задушить. Что, получается, это я, что ли? Чем выбор сделать, прежде чем ты переродишься. Какое имя ты возьмешь себе? Он Захарь Комсток. Он Букер Дэвид. Нет. Я и то, и другое. Ага, то есть я сам... Блин, что-то не понял, это я, получается, сам у себя ребенка взял, сам же я бесплоден, но у меня есть ребенок. Что за бред? Сам себя хотел уничтожить? Блин, вообще какой-то идиотизм. Мозг сломается. Так, вариации начинают рушиться. Ага, вот так вот. И остался только одна, один вариант. Ау. Эй. А, в смысле, меня утопили. Меня утопили, получается, я не стал Комстоком. Бред, конечно. Ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Пока.